Всем привет! Сегодня у нас 8 января. Тема у нас будет продолжение прошлого созвона. Это будет сервис по раздаче купонов. Может быть, неправильно я сказал. Может быть, это сервис, который помогает нам раздать именно эти купоны целевой аудитории. Если быть более точно, к этому мы пришли на данный момент как старту, как базе, как основе внешнего трафика, без чего сделать какие-то дальнейшие действия достаточно сложно. Да, всех с прошедшими праздниками, согласен. Вот, и мы знаем, есть крупные сервисы, есть, которые этим занимаются, но я не вижу проблем сделать собственный сервис, при условии, что наши специалисты говорят, скорее всего, что мы можем сделать лучше, потому что постоянно что-то меняется, как на Амазоне. У крупных компаний им сложно перестроиться, их и так все устраивает, а нам надо как-то крутиться, вертеться. И мы смотрим разные варианты. Тем более трафик у нас есть, людей достаточно такой сервис создать. И, в принципе, идеи есть, и хотели бы по этому поводу рассказать. Саша сегодня расскажет, в принципе, об этом действии. А потом мы покажем, как можно технически нам дать данные о покупателях, которые делали у вас покупки. Вот. Саш, приступай тогда, рассказывай. Добрый вечер всем. Сейчас я расшарю экран. Попробую презентацию. И сразу же приблизительно, как говорится, с корабля на бал. Точнее, в карьер. Добрый вечер еще раз всем. Денис уже, в принципе, немножко анонсировал суть этого сервиса. То есть сервис как бы направлен в первую очередь на решение нашей всеобщей проблемы. Это повышение нашего ранжирования на Амазоне, особенно при запуске товара. На сегодняшний момент в силу ряда меняющихся алгоритмов и условий работы нам приходится постоянно находить новые решения. И в данном случае пришли к такому инструменту, который с элементами новых технологий может позволить решить нам нашу проблему. Пока мы их запускаем в режиме теста, в режиме актуализации, кому он в принципе нужен, мы понимаем, что нужно с помощью него сделать, но для того, чтобы сразу же не вкладывать большие деньги в инструмент и не заморачиваться на полгода как минимум разработок, мы решили все-таки вначале шишек набить, а потом уже его оптимизировать и автоматизировать максимально. Итак, проект мы назвали Master Lunch. Понятно, ланч здесь ключевое слово. Сервис, который поможет нам продвигать наши товары на Амазоне по стратегии Private Label. В чем главная суть его? Его главная суть заключается в том, что на этапе запуска товара, период, когда Amazon имеет максимальный буст для нового листинга, всегда наша задача максимально воспользоваться этими условиями, особенно в условиях конкурентных ниш, потому что все-таки мы все стремимся больше заработать, поэтому мы вынуждены работать в нишах, которые денежные и в то же время конкурентные. И в силу вот этих уже условий нам нужно использовать такой набор алгоритма и инструментов для того, чтобы, в общем-то, нам дало это качественный рост, буст, и мы закрепились на этой полке и дальше развивались. Что это дает? Дает, в принципе, первый момент. Дает то, что мы можем подняться качественно на нужный уровень, закрепиться на этой полке, закрепиться на первой странице и зацепиться за органический трафик. Я сейчас опущу моменты качества листинга, в конце обратно вернусь к этому моменту. Но будем считать априори, что у нас уже с листингом все хорошо. Соответственно, когда мы пройдем этап буста товара, мы, в общем-то, добьемся того, что мы удержимся на этих позициях. Но как пройти вот этот этап буста? С чем обычно сталкивается предприниматель, который начинает запуск товара? Ну, действительно, все голова болит. Этап выбора товара прошли, этап выбора поставщика и поставки прошли, а теперь нужно заниматься продвижением. И вот тут самая большая проблема, и на самом деле самая большой
маркетинг открывается, я не хотел грубое слово, в общем-то, употреблять в данном случае. Но действительно у каждого своя история успеха, кто на какой уровень выходит. И у всех постоянно болит голова, какой алгоритм использовать, стратегий очень много. Amazon меняет правила, причем очень быстро, и последние посты во многих крупных группах идет сейчас обсуждение последних изменений, кто что где заметил из этих изменений, этих правил. Удерживаться на первой странице стало очень тяжело, и в принципе, я думаю, что многие даже сейчас наблюдают, что на первых страницах часто висят конкуренты и новые листинги, которые имеют минимальные показатели ранжирования или минимальные условия для занять этого места на первой странице, но тем не менее они все равно движутся. Одну секундочку, я сейчас паузу сделаю. Техническая запинка. Сейчас я вернусь слайдом назад. И, соответственно, для того, чтобы вывести на первую страницу, используются другие технологии, далеко не те, которые используются с помощью внутренних инструментов Amazon. И в частности, это раздача. Да? В то же время у большинства стоит вопрос, как минимальными средствами добиться максимального результата. Как добиться, если использовать метод раздачи, как добиться максимально эффективной отдачи от раздачи купонов. Далеко не у всех заходит, в общем-то, этот инструмент хорошо. Как автоматизировать этот процесс, если использовать стратегию раздачи купонов, не ходить вручную по всем группам, высвечивать свой товар, искать тех, кто желает взять купоны, соответственно, оставить. Ну, как минимум, купить его, а если это за ревью, то, понятное дело, по полной стоимости его выкупить и оставить ревью. То есть и вопросов таких можно список тут долго-долго продолжать. Соответственно, мы, анализируя все эти процессы, и тем более изобретая свои стратегии, более-менее как-то их унифицируя, родился процесс осенью к тому, что пришли, что нужно запускать свой сервис по раздаче. В принципе, у нас позволяет наш внутреннее сообщество, на сегодняшний день достаточно большое, оно позволяет его достаточно быстро запустить как сервис, наполнить и в то же время дать возможность этому сообществу иметь свой уникальный сервис, который будет со своими функциями и преимуществами на рынке, и, в общем-то, давать определенные выгоды этому сообществу, в отличие от тех, которые уже достаточно большие, монстровидные, со своими, опять-таки, тоже внутренними правилами. Вот. Поэтому Master Lunch – это вот в какой-то степени тоже презентация этого сервиса, идея этого сервиса. Основные проблемы ранжирования, которые, в общем-то, сталкиваются при запуске, это заключается в том, что с верифай отзывами на сегодняшний день действительно серьезная проблема. Более того, если мы говорим о органических верифай отзывах, этот процесс очень длительный, и вопрос буста он просто пролетает. Если вопрос решать неорганическими, а заказными ревью, здесь немножко ускоряется этот процесс, но все равно это неделя через две покупные верифай отзывы. При этом нет никаких гарантий, что они зацепятся и останутся на листинге. С условиями сейчас Амазона очень жестко. Стратегия, которая осенью активно использовалась, была не верифай отзывами, на сегодняшний момент неоднозначно. Да, они работают, но есть нюансы, заключается ключевой нюанс, ключевой минус этого метода. Это то, что несколько однозвездочных отзывов очень сильно уронят рейтинг данного листинга. И нужно с ним будет в любом случае работать верифицированными отзывами. Ручная раздача по группам, по своим, по тем, которые существуют у нас сейчас уже группы, либо по другим, либо по американским группам. Раздача купонов – это достаточно муторная и очень сложная работа, которая требует достаточно большого напряжения сил. С одной стороны, с другой стороны, проконтролировать, чтобы каждый, кто взял купоны, он воспользовался, он никуда не ушел, чтобы, не дай бог, дроперы не слили склад и так далее. То есть много нюансов возникает задач. Ну и, соответственно, есть еще сервисы по раздачам, есть прямые комплексные сервисы типа Vira Lunch, Zenblast или Jansendo.
либо вспомогательные сервисы, которые немножко автоматизируют контроль раздачи купонов, но не решают вопрос главный, кому раздавать купон. Это, в принципе, с этими всеми задачами, как бы, вот исходя из вот этой картины, наш сервис позволяет в какой-то степени их решить, но, конечно, наш сервис не запустит вопрос. Потому что этот сервис мы предусматриваем как просто элемент большой маркетинговой воронки, большой маркетинговой программы и продвижения на рынок наших товаров. Немножко детализирую саму суть сервиса. В детали совсем там алгоритмы раскрывать, конечно же, не буду, но саму суть сервиса я где-то презентую. То есть это задача поставить сервис таким образом, чтобы он был максимально автоматизированный, чтобы заказчик, которому нужно сделать раздачу купонов определенного количества с определенным размером скидки за какой-то определенный промежуток времени, если необходимо, то это с каким-то алгоритмом раздачи. То есть этот, в принципе, сервис, по сути, должен этот вопрос решать. Отчасти он уже на сегодняшний день, мы видим, какими инструментами, как он будет решен. В принципе, абсолютно несложно это в процессе дописать, дорулить, допилить так, чтобы это был максимально удобный сервис. Раздача купонов, здесь ключевой один из моментов, который отмечаем, это раздача купонов идет не на специализированные узкие сообщества, в которых пасутся постоянно мотивированные покупатели. Что такое мотивированный покупатель? Это шаровики, которые гоняются за скидками, за бесплатными условными товарами. Это хайджекеры, которые тоже, в общем-то, постоянно ищут идеи для товаров, куда-то клеится. Это дропшипперы, которые точно таким же образом набирают товары, потом перепродают с большим маржой. Это профессиональные ревьюеры, которые, в принципе, тоже сидят в таких сообществах. Поэтому часто для товаров, уже избитых, изъезженных, это вообще большая проблема пробиться через этот частокол. То есть, он, как правило, купоны очень плохо заходят, даже с большими скидками. Либо совсем уникальные товары, если запускаются, здесь тоже очень много вопросов. То есть, тут достаточно сложно. Поэтому наш сервис, в общем-то, предполагает работу напрямую, в первую очередь, с обычным реальным покупателем, который на Амазоне или там в любом интернет-магазине достаточно часто делает покупки. Поэтому наша задача достучаться до него и дать ему выгодное предложение. Вот это главное отличие всех сервисов, которые на сегодняшний день существуют, и сервис, который мы предлагаем запускать. Соответственно, это все приводит к тому, что мы должны добиться минимизации эффекта выжженной аудитории. Детально, если кому интересно, я просто поясню этот термин, но это одна из ключевых моментов для того, чтобы эффективно работал запуск товара. В принципе, эта задача нужна в первую очередь для дальнейшего запуска второй части сервиса, для получения верифицированных отзывов на листинг и мотивирования потребителя на покупку товара и, соответственно, оставить отзыв после покупки. Использование в алгоритме, в данном случае этого инструмента, таргетирование на клиентов и взаимодействие с ним. То есть, в принципе, на сегодняшний момент будет использоваться определенный элемент искусственного интеллекта для того, чтобы в режиме работы как с живым человеком этот искусственный интеллект, в общем-то, будет стимулировать человека вовремя забрать купон, проконтролировать, взял ли он этот купон, удалось ли ему воспользоваться, и если он его где-то потерял, соответственно, ему напомнить об этом и так далее. Более того, развивая эту тему, этот сервис позволяет нам потом на последующих периодах, когда сервис наберет уже, в общем-то, свой оборот и свой масштаб, значительно легче достучаться до целевого потребителя, который уже воспользовался единожды этим купоном, и дальше уже с ним работать, предлагать ему новые купоны. В принципе, потенциал у вот этой схемы достаточно сильный, потому что люди, которые воспользуются товаром, они ощутили выгоду от того, что они подписаны на подобный сервис, они вряд ли от него отпишутся и будут регулярно просматривать предложения, которые будут к ним приходить. Соответственно, процент открываемости сообщений, которые будут к ним приходить, в отличие от email-рассылки, он достаточно будет высокий, соответственно, конверсия отдачи от рекламных действий, которые будут осуществляться на такую аудиторию, они будут значительно выше. Соответственно, это будет стоимость контакта дешевле, и, соответственно, это будет более эффективное достижение целевой аудитории.
С точки зрения автоматического контроля по раздаче графика, это немножко впереди уже отметил, о том, что мы можем запускать автоматические алгоритмы Fibonacci, не Fibonacci, кто как хочет, как раздавать, или, например, нужно просто подстегнуть продажи в определенный промежуток времени с каким-то определенным количеством. Это все не проблема делается. То есть это все достаточно технически реализуемо. В перспективе, как я уже сказал, мы предполагаем, что данный сервис позволит нам не только работать с максимально большой скидкой, как все сервисы стараются работать, и таким образом увеличивать конверсию и гарантированность раздачи купона, а все-таки повысить экономическую выгоду от раздачи купона, чтобы купоны как минимум раздавались в ноль, а если даже получается в плюс, то чтобы даже в плюс. Задача стоит и такая, чтобы сервис был более прибыльным. Соответственно, это все, все эти идеи, все эти задачи рождались в первую очередь не от кого-то, а в первую очередь от себя, потому что все мы расходуем деньги на продвижение, поэтому хочется немножко меньше потратить бюджета на продвижение или, по крайней мере, его потратить более эффективно, чтобы это приносило результат. Вот, поэтому, в принципе, учитывая, что сервис достаточно молодой планируется, и на этапе запуска однозначно он будет очень гибкий и очень чувствительный ко всем пожеланиям заказчиков для того, чтобы учесть их и повысить конкурентоспособность этого сервиса, с одной стороны, с другой стороны, его эффективность, потому что наиболее важно для всех. Ну и, соответственно, как любой сервис по раздаче купонов, есть ключевой момент, о котором все, наверное, забывают. Сама суть как бы доступа к сервису – это, конечно, хорошо, структура этого сервиса, конечно, хорошо. Внутри этого сервиса обязательно существует так называемый upsell-сегмент, который не показан напрямую на продаваемых лендинг-пейджах, а уже в процессе сам сервис стимулирует покупки дополнительного сервиса либо услуги. Будь то дополнительный лендинг-пейдж, будь то дополнительная оптимизация листинга или фотографии и тому подобные вещи. То есть на самом деле, если посчитать всю вот эту вот конверсию стоимости сервиса дополнительных услуг, то запуск любого сервиса, который на сегодняшний день существует в рынке по купонаторам, это достаточно дорогостоящее удовольствие. Наша задача, помимо того, чтобы сделать конкурентную стоимость данного сервиса, эффективную, в то же время с помощью дополнительных сервисов, в частности, там, оптимизации листинга, которая далеко не у всех хорошо поставлена на хороший уровень, и чтобы не было потом впечатления, что органика не идет, хотя деньги тратятся, и продвижение позиций все держится вверху. Для этого, в общем-то, есть команда среди нашего сообщества, которая, в общем-то, достаточно эффективно за меняемые деньги делает такой сервис. Это что касается как бы такого глобального момента по нашему сервису. Сейчас, одну секундочку, не могу я убрать карандаш. Что я прорисовываю? Так. Соответственно, мораль всего нового, он, в общем-то, достаточно простая и понятная. С новатором им тяжелее всего всегда. Они пробивают стену, стену непонимания, стену трудностей, протапливают дорожку. Но на самом деле все лавры всегда достаются им. И поэтому, в первую очередь, те, которые пройдут по этому маршруту, и те, которые согласятся по этому маршруту пройти вместе с нами, они больше всего получат выгоду от этого сервиса. Вот поэтому, в любом случае, стоит присмотреться к тому, что мы предлагаем. Если у кого-то в ближайшее время планируются запуски товаров, либо нужно активизацию продаж осуществить, я думаю, что есть смысл более детально разобраться в суть этого сервиса и попробовать все-таки поэкспериментировать. Для контактов на последнем слайде, там в конце, контакты Анны, через Skype можно с ней сконтактировать, она все ваши вопросы и пожелания соберет. И, в принципе, по мере необходимости будет обязательно одна обратная связь прямым образом, либо через Анну. Вот. Что нам, одно из условий, из слайдов не показал, для того, чтобы запуститься и дополнительная плюшка для тех, кто будет первыми участвовать в этом сервисе, нам для того, чтобы его быстрее запустить, нужна база уже реальных покупателей, которые осуществляли покупки. У каждого из вас уже есть какие-то истории продаж. И для, это, конечно, для торговцев, которые только-только запускают, это для них вообще сервис, конечно, находка будет.
Для тех, кто уже работает и у них впереди новые товары, запуск, задача тоже оптимизировать расходную часть. И чем здесь может быть взаимная польза? Взаимная польза заключается в том, что нам нужны фактически физические люди, которые покупали на Амазоне, в первую очередь не те, которые покупали, а те, которые реально покупали ваши товары, наши товары. И вот это вот сообщество нужно создать для того, чтобы начать с ним работать. По мере продвижения дальше на рынок, понятно, будет это сообщество расширяться, количество покупателей будет увеличиться, соответственно, нам легче будет достучаться до них и донести наше предложение. В первую очередь раздать купоны, самое главное для ранжирования, второй момент – это потом со временем запустить момент выгодного предложения с акцентом на ревью отзывы положительные. Вот, поэтому детально сейчас Денис покажет свой кабинет одним из сервисов, которым можно выкачать отчет. Отчет я сразу предупреждаю, данный отчет в принципе касается только контактов, связанных с географией и фамилией именем человека. Это вся информация, которая нам нужна. Больше никакой информации о ваших заказах, клиентах и так далее. Она товарах. Да, о товарах это абсолютно информация не касается, и нам по большому счету она не нужна. Нам нужен просто физический человек, который делает покупку на Амазоне. Там, к сожалению, нет почты, там ничего нет. Нам надо будет очень большой объем работы провести. То есть это сырой материал, который надо еще обработать и проработать. Так, я расширю. У вас сейчас на данный момент база электрической. Смотрите, базу, на самом деле, я сейчас сразу скажу, базу мы в любом случае получим, а мы сейчас говорим о том, чтобы этот сервис как можно быстрее запустить, потому что рынок не стоит на месте, тем более Amazon не стоит на месте, и мы не можем тратить сейчас полгода, когда уже через полгода Amazon поменяет алгоритм. Нам нужно сейчас под действующий алгоритм максимально быстро запустить сервис, а потом его по времени адаптировать. С базой, я же поэтому говорю, то есть мы базу в принципе имеем, а вопрос в том, что нам нужна стартовая база, чем больше, тем лучше, тем более качественный будет таргетинг по этим людям и, соответственно, его охват. Вот вопрос именно по количеству, то есть, например, вот, запускается товар, да, там, нужна определенная цепочка, как вы говорили, там, по Фибоначчи, неважно, то есть количество сегодня там 5, завтра 6, там, и так далее. То есть вот этот процесс вы как контролируете? Это первый вопрос. И второй вопрос, возможно ли также при выкупах давать тексты? Ну, скорее всего, это нет, да? Нет, ну, при выкупах вы единственное, что можете в данном случае давать только свой URL. Мы можем порекомендовать свой, да, это как своего рода такой дополнительный сервис, который... Там не получится в любом случае просить народ писать отзывы. При любом расслабе, забудьте за мат. Отзывы в любом случае, сразу предупреждаю, мы просить не можем, потому что раздача купонов и сразу же просить за отзыв, это просто спалим вас на старте. Короче, смысл какой? Когда мы в том году, позапрошлом уже получается году, в шестом, в октябре закончилась у нас эпопея с купонами, и когда нам отзывы писали, товар получен по купону, и сделали, соответственно, отзыв, ситуация поменялась, потом у нас еще поменялось то, что нельзя было скидку делать в размере в деньгах, а только в процентах, вот, и там много-много всяких моментов, боялись, что там выкупят весь склад, ну и так далее, и так далее. Сейчас, на данный момент, я лично не знаю, понятия не имею, знаю точно, что мега вот эти вот сервисы здоровые, они вплоть до того, что пишут условия, что никаких отзывов, ничего не надо писать, то есть это просто буст, то есть надо к нему относиться только как к бусту. Вот, первый момент. Второй момент. Мы тоже понимаем, что скидка по этим купонам может быть и 99% на самом деле. Я, честно могу сказать, когда еще был совсем зеленым, только начинал, я бесплатно раздавал. Я не слышал ни про то, что надо за там один цент продавать, что надо по супер-юрлу, да еще и динамическому это делать, да еще и по сторфронту. В те времена мы этого не знали, и мы делали как было. Вот, сейчас на данный момент, я не знаю, если будет скидка в 50%, или в 40, или в 30, или в, там, я не знаю, в 99, как Amazon отреагирует, если будет отзыв. Я думаю, ничего страшного не будет, если там немножко напишут отзыв. Я думаю, но если это будет систематика, и там же есть все эти флажки, я просто реально не знаю. Из-за этого мы просить по отзывам не будем. У меня есть кто делает не верифай отзывы, кто делает склейки, кто делает другие вещи. То есть я все-таки этот сервис могу сказать, что это, наверное, максимально белая возможность делать буста. То есть самый белый... Именно контроль по
количеству... По количеству купонов, которые у тебя день выкупают, ты в любом случае даешь заявку, и ты никак не проконтролируешь. То есть, если ты хочешь волной сделать 1, 3, 5, 8, 13, 21, да. Скорее всего, так в любом случае у тебя не получится. Но в любом случае будем думать... В любом случае, даже не один сервис, это как бы он там не гарантировал, он только отвечает за раздачу купонов. Есть понятие еще конверсии использования купонов. Короче, вот задача нашего сервиса, вот один из ключевых моментов, я просто вернусь там к одному из слайдов, до этого отвечал. Задача нашего сервиса как раз и заключается в том, чтобы на человека в какой-то степени мягко надавить, напомнить о том, что он взял купон. Я просто сейчас тоже, наверное, такое отступление некоторое сделаю. На сегодняшний день система продвижения офферов внутри Фейсбука, она очень сильно претерпела изменения осенью. И на сегодняшний день, чтобы человеку взять купон, ему нужно совершить минимум 3 клика для того, чтобы его взять. Это во-первых. И я думаю, если кто пользуется этой схемой продвижения и повышения ранжирования своих позиций, то он заметил, что в отчетах появилась такая вот разница. То есть количество нажавших на рекламное объявление, допустим, там из 1000 человек, там 10 нажало, а воспользовалось купоном только 5. Я думаю, что многие могут порыться, и там особенно в закладке Ads могут посмотреть такой отчет, там открыть соответствующую колонку и увидеть, для себя открыть это сделать. Так вот я могу сказать, что ваша реклама уже на сегодняшний день на Фейсбуке минимум на 50% неэффективна. При любых распадах по затратам. Минимум на 50%. Обратите на это внимание. То есть то, что вы считаете клики, это не клики. То есть это не лиды абсолютно. То есть это еще 50% от этого делите, те, которые взяли купон. Более того, этот купон где-то внутри Фейсбука потерялся, который человек никогда не найдет. А если найдет, то это будет большое счастье. Потом после этого он переходит только на Amazon в лучшем случае. Если его заинтересовал товар, только после этого он погасит этот купон. Соответственно, весь этот алгоритм, который активным образом промотировался в последний осенний период, он на сегодняшний день очень неэффективен с точки зрения именно раздачи. То есть, с точки зрения фейковости и каких-то полезных действий, может быть, он какую-то пользу принесет. Но с точки зрения поддержания рейтинга продаж и удержания позиции, он, к сожалению, на сегодняшний день очень мало. Ну, то есть здесь здесь смотри. Здесь вот эти Замат, смотри, короче, смысл такой, то есть ты даешь просто ежедневные задания, сколько должны купонов раздать, сколько по ней выкупов сделать, но тут никто никого не заставит. Вот, то есть задание по раздаче, то есть мы решаем опять несколько задач. Первая задача, вот сейчас мы набираем максимальную базу, да, можно базу набирать, например, у меня есть кто, по Home and Kitten, по спорту, по тому, по сему, то есть раскидывать по группам, мы... Саша принял решение, я не вижу в этом смысла, и честно могу сказать, никакого. Я могу сказать, например, я купил Home and Kitten или там крем, что мне теперь, крем все будут рекламировать, что? Ну, я купил в подарок, например, один раз там в году, и потом пошел на велосипеде кататься или в футбол играть. Вот, и я не на Амазоне, например, откупал, а мне Амазон скинул классное предложение на какое-нибудь там, я не знаю, компрессионное белье, и я его купил. То есть я не там... Можно, да, разделять по возрасту. Facebook сам разделит. Там Facebook можно набрать эти, когда мы их выцеплять будем из Facebook, мы скорее ранжировать будем по Facebook, а не по Amazon. Но это, еще раз говорю, мы учимся, мы просто двигаемся к внешнему трафику. Это совсем другое, это вообще другая лига, это все совсем другое. Если ты здесь будешь грамотно работать, почему я сюда вошел? А мне самому хочется разобраться, понять, как все это работает, чтобы постепенно тот же внешний трав там гнать на тот же Shopify там, или свой сайт, или еще на что-то. То есть вообще принцип это понять, потихонечку это вникать. И второй момент, естественно, это безопасность, это правильность, это белая схема, которая для, например, больших брендов, для больших вложений более актуальна, чем для тех, кто, например, там последние 3000, 5000, 10 тысяч вложил. А если люди реально заходят, и они «это я не буду, это я не буду, это я не буду, и это не буду». Из-за этого америкосы-то все и сидят именно на этих купонах раздач. Просто надо двигаться. Это никто не говорит, что это должен быть основной инструмент. Я абсолютно всегда был за комплекс ставлю. Тут верифай немножко, тут не верифай, тут склеечку сделал, тут, соответственно, залил купоны, тут мне не хватило трафика, я еще купонов подзалил. У меня есть товары, которые просто никто не покупает. По Verify, например. Ну, просто там 10-20 товар выкупили, например, там друзья, знакомые, ну и все. И все, больше нет варианта вообще бустануть. Соответственно, ты идешь в PPC. PPC ты пока ты эти ключи наберешь, уже и буст закончится. Пока ты в экзакт это все засунешь. Эффективно, неэффективно, или вслепую будешь работать.
купоны, они нам более дешево обойдутся в любом случае, я надеюсь, по крайней мере. Но это все будет тестироваться. Сейчас, на данный момент, мы будем собирать эту базу, мы будем развивать группы, искать этих америкосов, которые будут нас не за ноль выкупать. То есть никто не мешает нам выкупать, как и выкупали. Но также по купонам. То есть вот сейчас я в группе налаживаю порядок, потому что люди меня не слышат, не хотят кидать фотографии, не хотят писать описание, стоимость и все остальное. Ну, пришлось вот таким образом сделать с Нового года. Ну, я не знаю, как по-другому сделать. Туда же я постепенно сейчас вот думаю заливать именно людей, туда же рекламирую, деньги вкладываю, чтобы люди, именно сами покупатели приходили, не те, которые у нас делают выкупы и выбрасывают наши товары, говорят, я этот товар не возьму, я это не возьму, а те люди, которые будут по купонам. То есть, помимо того, что мы раздаем за отзывы, никто не мешает в личке там переписываться и так далее, еще и по купонам, то есть уже не за стоимость товара, например, плюс 2 доллара, а продать, чтобы тебе хотя бы 2 доллара отдавали. Я же реально по этим группам лазил полтора года назад и раздавал до 40 штук в день. 10-20 штук нормально, с 30, там, с 50-70% скидкой. Вот, то есть я, по крайней мере, Fee Amazon отбивал точно. Даже уже в плюс выходить начинал. То есть, по большому счету, я доходил до нуля. Я Fee забивал и себестоимость закрывал. Вот, то есть это можно, но мы хотим это автоматизировать. И опять же, то, что было полтора года назад, все меняется. Я из-за этого специально специалистов подтягиваю, которые разбираются вот в этих всех нюансах. Вот. Ну и будем потихонечку двигаться в цивилизованное русло и пользоваться. Ну, там в Фейсбуке сколько людей? Там, сколько там? Миллиард их там. Вот. Два миллиарда. Ну, я не помню, там я недавно статью читал там. Вот. Огромное количество. То есть, опять же, это надо проработать, надо попробовать, потестировать. Самый простой, я вот сейчас покажу, нам надо, соответственно, ваши продажи, которые вы сделали за всю историю. Сейчас вот есть программа Amazon Control, оказывается, она там делает в автономном режиме очень быстро, практически мгновенно отзывы, файлы скачать, отправить Анна их закладывает, Саша потом все это в свои там программы все это занесет, и мы потихонечку начнем развивать и этих людей искать в Амазоне, потому что та же email-рассылка, в любом случае, она неплохо работала раньше, может быть, даже замечательно, но со временем все меняется, и сейчас email-рассылка, спам, там в Америке, оказывается, законы по спаму еще есть, то есть там много-много всяких нюансов, вот, и те же Amazon Blast и Verolynch, сколько лет они уже на рынке, они это все уже намыли, размыли и так далее, вот, мы, соответственно, будем уже по другой технологии все это делать, ну, попробуем. Посмотрим, от вас ничего не требуется особенного. 2 минуты скачать программу. Кстати, она классная. Ну, по крайней мере, чтобы понять, чем я на данный момент пользуюсь. Я пользуюсь тем, что я смотрю, какие продажи делает я на Амазоне на одном аккаунте. То есть у меня сейчас 3 товара, скоро будет там 8, уже там 10 товаров. Я буду видеть поштучно в реальном времени, практически там запоздание минимально вижу. Там есть Cash Cow Pro, есть там у нас... как он забыл-то этот, от Jungle Scout. Но я не знаю, здесь 2 месяца... Janssen. Нет, не Janssen, там еще этот... забыл, короче, ну, неважно. А, программы, которые именно комбайны, которые нам показывают раскладку, отчетность, себестоимость, доход. Я минимум пользуюсь, мне не надо... Флетчер. Вот, и мне, соответственно, достаточно той информации, которую... Вот я открываю, посмотрел, так, я сейчас 100 штук продал, вот только что смотрел, этих 30, этих 20 я бах цену опустил, все, корректировки, потому что ты экспериментируешь постоянно. Вот, так, теперь я сейчас покажу экран. Вот экран. Как это сделать? Заходим. Сюда. Ссылочку я скину сейчас в Facebook. Программ, я думаю, то многие знают. Ну, вот, я сейчас сюда... Amazon Control. Сюда, да, Amazon Control. Ну, я сейчас реферальную ссылку свою скину. Вот. Есть раздел, вот слева можете по дашборду посмотреть. Есть раздел «Экспорт». Да, здесь заходите, раздел... Здесь выбираете именно... Заходите в раздел «Экспорт». Здесь выбираете именно последний пункт. Здесь есть, в принципе, 2 пункта. Но как бы для Фейсбука мне сказали разработчики, сказали, что вот это именно пункт. Ставим здесь все даты, за какой период мы работали. То есть, если здесь, например, вы выгрузку будете делать помесячно, то здесь можно за весь период.
То есть просто берем там, я не знаю, с какого времени я тут торгую, там с 1 марта по сегодня, например, применить, вроде все, скачать. Вот так моментально все происходит. И файл базы данных, CSV. Да. Единственное, что убедительная просьба все-таки его хотя бы подписывать товарную категорию и заказчик, который там сбрасывает, чтобы мы его зафиксировали. Да, 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 я забыл сказать, кто это сделает, во-первых. Лицо постоянных клиентов. Да, мы в любом случае, то есть всегда будет максимальная скидка у этих людей, ну, потому что как бы второй момент, это те люди будут первыми на тесте, то есть, естественно, тесты все будут никакой, о какой прибыли там или о чем-то говорить вообще смысла нет. То есть мы будем использовать максимально чужие аккаунты, ну, кто захочет, естественно, для того, чтобы пробовать вот эти все эксперименты. Сейчас я на данный момент кину свои аккаунты, там аккаунты из группы по обучению, кто захочет, ну и, соответственно, отсюда те люди, которые дадут нам эту информацию, они будут записывать и собирать таблицу, чтобы на будущее вот все это нормально работало. Потому что это не просто вот так вот взять отсюда базу и ее начинать продавать. Это просто на самом деле начальный фундамент. Вот. Сколько мы наберем, непонятно. То есть, я думаю, сегодня далеко не все, постепенно будет больше. У меня там уже достаточно много людей изъявили желание поучаствовать в этом процессе. Ну и плюс, конечно, я обращаюсь к крупным продавцам, кого я знаю. Вот. Думаю, они, ну, по крайней мере, хоть кто-то поделится, потому что нам интересны люди, которые реально там 5-7 лет на Амазоне, у которых история по покупок Амазона там просто в разы больше, даже не важно, что он там по 10 тысяч в месяц всего оборот за эти годы, сколько он мог набрать. Вот, и нам, соответственно, это нужно. Чем больше мы таких людей наберем, тем, а уж я молчу о людях, которые там и по 500 000 в месяц снимают, то есть тем быстрее мы наберем ту базу, критическую массу, с которой можем работать. Потому что мы сейчас это берем сырой материал, мы его отрабатываем уже, смотрим, что да как, а там уже, ну, я думаю, это работаем месяца на два минимум, чтобы запустить. То есть это не завтра и не послезавтра. Просто я уже ощутил, для чего я все это делал на самом деле. Когда летом я говорил, что мне надо огромное количество запусков, я, в принципе, это сделал. Достаточно много запусков было. Было много интересной, такой полезной информации. После чего мы даже обучение скорректировали и практически, ну, практически перестали обучать, потому что, ну, реально не справлялись с этими всеми делами. Вот, и когда мы столкнулись, мы нашли узкие места. То есть понятно, что физически мы можем запускать много, финансы позволяют, знания, выбор товара позволяет и все такое. Хотя, кстати, я с одним товаром, с одной группой товара ошибся, точнее не ошибся, а запустил неудачно, вот у нас предстоит очередной перезапуск. То есть все бывает, но мы нашли тонкие места. Они прям настолько тонкие, что вот это как раз группа товара, которая у меня не зашла, она как раз вот с этим столкнулась. Первое, это, естественно, верифай выкупы. Мы не можем без ограничений делать выкупы. Даже вот я, например, если очень сильно поднажму, могу несколько сотен выкупов найти людей. Но так как на одном аккаунте, например, я запускаю одновременно 5, 6, 7 товаров, и у меня всего 200 человек, и мне придется их раскидать, соответственно, на 200 человек. Когда мы делали сдвоенные выкупы с этого аккаунта, отзыв писался только на один. Плюс отзыв писался только на один товар, ну, точнее, даже минус. И минус еще то, что проходит отзыв, дай бог, там 50%. А выкупы, сейчас мы часто слышим о том, насколько эффективно верифай, не верифай, вот эти выкупы за полную стоимость, за неполную стоимость. Но вполне возможно. Я очень много позапрошлым году делал по купонам. С купонов я перешел из-за двух вот этих ударов. То, что перестали писать отзывы, и то, что ушла скидка в виде долларов, так скажем, а не процентов. Я от этого ушел, перешел на верифай, я почувствовал огромный прирост буста. То есть я раздал там несколько штук, и у меня просто взлетели позиции. Но со временем, это все ушло. Потому что все от купонов перешли к индусам, от индусов к верифай выкупам. Ну и вот такая вот каша идет. И, соответственно, все, соответственно, сейчас пойдут обратно в эти большие купоны. Ну, я не знаю, да, как все это происходит, но на самом деле. Самый товар. Да, ну на самом деле все так и происходит. То есть идет все органически, и весь мир они прыгают, у кого-то какие-то есть эксклюзивные, может быть, решения. Вот, я за комплексное решение, я не ухожу ни от чего. Даже индусами периодически пользуюсь.
когда у них там работает, то не работает. Мы нескольким человекам помогли слить товары, то есть вывели по главным ключам, они все слили. Но это такие точечные меры, а комплексный вопрос – это именно вот все, надо все уметь. И я, когда понял, что с бустом проблемы, я целиком полностью влез в PPC. Я очень много денег, я считаю, потратил неправильно. Сначала я попросил своих друзей, чтобы мне это наладили, но я реально понял то, что слив денег идет, наладка идет, но на длинную перспективу люди заняты. Но я не могу их бесконечно просить. У них своей работы немерено. Вот, они даже деньги с меня не возьмут. Вот, из-за этого я принял решение как бы все взять на себя, пришлось там чуть переделать. Но более-менее, то есть вот то, что 20 на 80, из-за того, что я не собираюсь делать упор на PPC, то есть исключительно затачиваться на PPC, то есть я его просто комплексно использую. Раньше я его использовал совсем мало, сейчас использую больше, опять же, не из-за того, что Verify плохо работает, а из-за того, что мне просто их не хватает. Мне приходится за более дорогой инструмент в виде PPC. Бюджет на PPC, который надо будет сливать для поддержания ранжирования, то дешевле все-таки использовать купонаторы. Посмотрим. То есть PPC я решил за месяц. То есть разобрался, понял, выбрал себе ту стратегию простую, без каких-то ухищрений пока на данный момент. Но этого достаточно, чтобы стимулировать продажи. То есть я разобрался причины, следствия, то есть в экзак залей, сюда залей, туда залей, фраз убери, это сделай. То есть то, что мне надо было, я сделал. Я не собираюсь убиваться на PPC, но я в неделю все равно приличное количество часов на нее трачу. Раньше вообще не тратил. Ставил на автомат там и привет. Вот. А из-за этого... Потому что PPC это вот потратил я, дай бог, месяц на него. Все понятно. Все, теперь переходим к следующему этапу. Вот этот внешний трафик, я считаю, он намного сложнее. Ну, намного комплекснее, я его могу использовать в гораздо больших случаях, но и есть больше шансов, естественно, потратить просто деньги, ничего не получить. Почему? Вообще, потому... В принципе, сейчас небольшую такую ремарку скажу. Вообще, по поводу сейчас внешнего трафика, последние замеры у спецов, которые, в общем-то, хорошо владеют SEO и внешним трафиком, они отметили, что на сегодняшний момент очень хорошо заходит, особенно на этапе буста, заходит внешний трафик. Я уже видел... чем даже просто там верифай отзывы. Понимаю, отключи очень быстро, за 2-3 дня даже. Ну вот я из-за этого говорю, вот мы сейчас это и тестируем. То есть на самом деле внутренний трафик, я считаю, вот все, что можно было, я из него выжил. И теперь просто мы отшкаливаем свое мастерство. И, как это сказать правильно, каждый случай же индивидуальный. Ну, в любом... данного сервиса я, кстати, по поводу, ну, вот в примере к тебе, тут есть момент, когда очень конкурентная ниша, в рамках внутри Amazon очень сложно решить проблему конкурентной борьбы и защиты листинга. Для этого нужно, конечно, использовать внешний трафик. Ну, посмотрим, я еще говорю, я не люблю никогда говорить заранее, потому что я понимаю, что это тест, любой там бета-тест в любом случае приведет к каким-то лишним телодвижением, затратам и всему остальному, но мне нравится развиваться здесь. Просто я понимаю, что я внутренним трафиком, в принципе, пользуюсь, пускай там эффективно, менее эффективно, но я не вижу таких ресурсов, которые могли бы мне на уровень меня поднять. То есть да, надо улучшать, да, надо, естественно, набирать больше опыта, еще. Находить специалистов, которые там делают... Или решать текущие проблемы, как у нас, например, вся осень с неверифай отзывами, беда была. Сейчас более-менее стабилизировалось, проблем нет, практически не удаляют, все нормально, но как бы там ни было. Вот, проблемы есть, мы понимаем, что они несчастны, позже могут быть. Вот, и внешний трафик, он, во-первых, это уже не серая тема, это уже, в принципе, практически белая. Вот, мы подстраиваемся под правила Амазона, но... Этим трафиком мы можем воспользоваться не только на Амазоне, но и где угодно. Вот, в этом надо разбираться, так что мы в этом направлении двигаемся. Так, я шар-скрин выключил. В принципе, все. Тогда, наверное, по вопросам, да и все. Да, у кого какие вопросы задают? Не будем затягивать. А сколько сервис стоит? Да по деньгам вообще даже сейчас об этом не думаю. Сейчас на данный момент самая задача только его запустить и все. Сейчас собираем базу. В любом случае дешевле, чем у америкосов, при любом раскладе. По сколько времени? Наверное, планируется.
Сервис, в принципе, можем в тестовом режиме уже взять по несколько проектов. Я думаю, в течение ближайших 2 недель можем взять на пробу несколько проектов. Исключительно в разделе, в разрезе себестоимости и все. Не более того. Да, затраты, расскажи, какие, Саш, тогда, да, скажи, какие затраты люди могут... Затраты, в первую очередь, ну, прямые есть расходы, это связано с тем, чтобы сделать первую волну контактов с клиентами. Я же еще раз говорю, сервис по мере своего роста будет намного более эффективен и намного более силен в нише. Но на первом этапе его еще никто не знает. Здесь нужно поработать, тратить достаточно большой объем усилий на привлечение этой аудитории, которую вы дадите, и с ней наладить контакт. Как только налаживается контакт с потенциальным уже таким клиентом, который начинает реагировать на наш сервис, все, тогда уже работа пошла веселее. Вот. Поэтому здесь как раз и просим о том, чтобы эту базу дать, чтобы быстрее найти тех людей, которые действительно адекватны. Чтобы не индусы какие-то клеились непонятные или конштравики, а действительно люди. Потому что есть люди, которые только реагируют на купоны, на скидки, на акции. Наша задача, чтобы были адекватные люди, потому что он сегодня купил у вас один продукт, а если у вас линейка продуктов, он придет еще за другим товаром. Это синергия продаж, в любом случае синергия продвижения. По затратам, в первую очередь, реклама с помощью инструментов Facebook и Instagram, там в зависимости уже будет от товара зависит. Мы будем и ту аудиторию работать, потому что они принципиально разные, все равно несмотря на то, что они пересекаются. И дальше развивать ее. Вот тут самое главное плюс расходы на технических специалистов, которые будут максимально быстро отрабатывать ваши заявки и вносить коррективы. А потом уже по мере набора статистики будет просто прописан модуль, будет уже полноценный дашборд, где вы можете заходить, все эти настройки сразу же носить автоматически, и только саппорт там уже, если где-то надо корректировать, он будет там корректировать задачу. Я ссылочки сейчас бросил. Да, все приобретет достаточно цивилизованный уровень. Главное, чтобы это вот этого внутреннего пути и добиться результата. Это все будет. Я ссылку скинул нам за контрол на раздел именно экспорт. Сейчас никак ссылку. У кого там? Я думаю, практически у всех уже есть. Ссылка на нам за контрол, там рефералка. Ну, у кого нет этой программы, в принципе, я не знаю. Я попробовал Fletcher 2 месяца, я что-то кайфа не понял, если честно. Вот, то есть он также, там ничего такого нет. Тут, по крайней мере, я предпочитаю программу наших разработчиков, с ними можно в контакт войти, пообщаться, проблемы, баги исправить, там что-то. С буржуями что-то мне как-то не очень получается. Или они работают хорошо, или плохо. На критику никак не реагируют. Вот, то есть если хорошо, то отлично, если, соответственно... Они работают плохо, исправить, к сожалению, не получается. Вот, я, соответственно... Если у кого-то уже есть аккаунт ZonePage, то можно из ZonePage вытянуть такой же отчет. Да, можно в ручном режиме с Амазона, но не хочется даже показывать, это целый геморрой. Это программа, вот, которую я сейчас кинул, AMZ Control, она 2 месяца еще в придачу, насколько я помню, бесплатно. Сегодня я вот статью про нее скидывал. Вот, 2 месяца бесплатно, так что никаких проблем, я думаю. Нет, ее установить, попробовать, за 2 месяца сразу поймете, надо вам оно или не надо. А отчет скачать уж точно. Так, теперь вопросы. Дальше. У матросов нет вопросов. Меня слышно? Да, отлично слышно. Денис, а как раздача... Еще раз. Раздача вот по купонам. Так. Как это на ранжирование по ключам отражается? Абсолютно так же, как и выкуп, просто сам непосредственно купонная раздача, КПД меньше. То есть, когда я, например, вот в октябре позапрошлого года прекратил раздачу по купонам, то есть я, например, ключ двигал, в день, например, я людям раздавал, не волнами мы тогда вообще ничего не знали. Я раздавал там по 5 штук в день, по 10 штук в день. Просто у меня, вот даже если вы лично мой аккаунт зайдете, посмотрите, у меня там как минимум осталось живых групп 200, а раньше было 300. То есть я сяду вечером, включу сериал, у меня была болванка. Кстати, вот тоже вот кажется фигня-фигня, на самом деле я очень долго практиковался, нашел тут оптимальное письмо. Обязательно нельзя скидывать напрямую ссылку на свой аккаунт, потому что конверсию убьете.
То есть достаточно фотографий, как вот я в проекте сейчас X, я это сделал. То есть просто фотографий достаточно. Не надо прямую ссылку на свой товар, конверсию бьете. Я перешел на скидку, я постепенно тестировал. Доллар 99 замечательно, покупает любой товар. Вот прям замечательно, даже 99 не надо. Я не знаю, какая скидка у кого это будет, 80%. Но доллар 99 для меня это был тест любого товара, прям отлично заходил. В обычную группу захожу, привет, там, я там то-то, то-то, там, такой-то товар, там, за доллар, мне в личку пишут, я пишу, там, купите, у меня там, ну, то есть, даю ссылку. Вопрос, какую ссылку давать сейчас, на Stormfront, а если Stormfront, например, большой, или товары, например, вариации, или нет, еще. Нет, про Stormfront там есть одна фича, как можно сразу же на конкретное ссылку. Ну, значит, это, решим этот вопрос, не проблема. В принципе, у нас есть там The One, который раньше, ну, и сейчас генерит ссылки, раньше считался самый лучший сервис, так что проблем нет, решим эту проблему, вот. И просто, ну, я не знаю, сколько это в деньгах сейчас, потому что многие помалкивают, но я так между текстом постоянно сейчас слышу, что даже мой один из партнеров мне сказал, что я неправильно продвигаю товары, и что сейчас купонная тема номер один. А все молчат. Все молчат. Я не знаю, номер один, я замечательно продвигаю и по старой схеме, ничего не изменилось у меня, как были не Verify, Verify, только усилил еще PPC. Вот, почему PPC усилил? Ну, потому что это два эффекта. Первый, буст на старте, второе, это статистика ключей, которая дает мне продажи. А почему она мне нужна, так очень важно, потому что я всегда развиваю свои продажи в одной и той же нише, у одного и того же продавца, у одних и тех же конкурентов. То есть я пока не выжму из этой ниши по максимуму, то есть я сейчас собираю, я не знаю, вообще все товары, какие только там продаются. Просто все подряд. Ну вот, и все. И если все будет норм, и я увижу, что есть потенциал, я просто сделаю второй аккаунт и запущу под другой маркой абсолютно ту же линейку. Из-за этого что мне надо? Естественно, мне нужна статистика PPC. Да, я на нее потратил десятку. То есть я захожу там, бывает, в те товары, в которые верю, то есть это... Ну, если аккуратно, аккуратно, это только автомат. Автомат бюджет 500 баксов и бит там, я не знаю, 3 доллара. И вообще туда не захожу. Неделю вообще не захожу, через неделю захожу, выдергиваю весь негатив, который, ну, просто мне там убытки. Или там я торгую одним товаром. Все нерелевантное выкидываю, короче. То есть больше ничего не делаю. Вот, если я уже оттуда сразу выдерну ключи, которые мне продаж сделал, я сразу мануал запускаю. Если нет, я еще неделю тем же самым занимаюсь. Уже через 2 недели уже, как правило, все есть. Потому что, почему на первой неделе нет? Потому что, как правило, несколько дней раскачка идет. То есть 2-3 дня. И за это получается как раз вот потом вот живых таких 10 дней где-то. Вот, и купоны, они мне нужны для того, чтобы не отзывы наклепать. Потому что для этого есть клейка, для этого есть не верифай. Надо понимать, каждая, даже не как сказать, услуга, каждый вот этот инструмент, он для разных дел. То есть не надо его использовать там для этого. Или многие не понимают, а зачем отзыв, зачем склейка? Для конверсии. Зачем на верифай отзывы и склейка? Для повышения еще рейтинга. Но не верифай для этого не подходит. То есть это надо все понимать. Вот, и когда ты понимаешь уже, то есть у тебя не хватает. Ты смотришь, сессии идут, например, а нет продаж. У тебя есть сессия, а нет продаж. У тебя нет сессии, например, а ты на первой странице. И ты каждую проблему решаешь определенными действиями. Вот, и уже сидишь и думаешь, так, у меня есть 5 сервисов, то есть 5 инструментов, есть 25. Вот если будет 25, это будет круто, ему. Потому что не будет никогда универсальных решений. Даже неважно, если ты дал человеку там, ну, я не знаю, если за 10 долларов, конечно, тебе будут поднимать каждый ключ, то да, ты там 50 ключей заказал, тебе там за 500 долларов подняли их, тогда да, наверное. И то не факт, что ты зацепиться успеешь. То есть надо, чтобы еще и продержали месяцок. Ну вот, ну опять, конверсия будет ужасная, если у тебя, например, отзывов не будет. Почему некоторые ключи? Например, товар, если ты выдвинешь с 1000 отзывов в нишу, у тебя будут одни продажи, например, высокочастотник. А бывает, ты выводишь какой-нибудь свой товар, и у тебя там 30 отзывов, и ты вылазишь среди тысячников, и ты там вообще ничего продавать не будешь. На самом деле, если у тебя было бы 3000, у тебя были бы совершенно другие продажи, ты генерил бы нормальные продажи. Но если ты с этими 30 отзывами попадешь в какие-нибудь средне-низкочастотники, вполне возможно по 1-2 продажи, а если у тебя их будет, с каждого будешь снимать, если у тебя их будет полтинник, ну и будешь в день там, например, 15-25 продаж снимать. И даже не знать о том, что ты бы там на высокочастотниках ничего бы не продавал.
То есть из-за этого надо вот эти вот все вещи просто понимать. То есть читаешь как книгу. То есть ты начинаешь смотреть, так, ниша, так, товар, так, отзывы, так, листинг, все заточено, все оптимизировано, все, цена нормальная, фотографии нормальные, то есть все, можно работать. И начинаешь это, так, история такая, история плохая, значит, надо рестарт делать. Все, то есть все просто. Ничего там сложного нет. Надо просто в это вникнуть и понять. И вот этот сервис, он просто дополнительный. Это сильный сервис, связанный тем, что он точно до знаний по внешнему трафику, я уверен. Он достаточно простой, он в плане того, что он пока... То есть его и применил, и увидел результат. Не такой там, типа, я сделаю группу, я нагоню туда людей, я там создам свой бренд. Да, будем это делать. Ну, когда мы будем другими деньгами обращать, когда мы будем здесь зарабатывать, и там 10% на это, 10% на то. А здесь мы сейчас просто перепродаем товары. Из-за этого мне хочется удачно перепродавать товары, максимально удачно, с минимальными рисками. Вот, для этого мне надо много сервисов, я над этим работаю. Вот, если мы будем делать долгосрок, там 3-6 месяцев, ну, я пока на такой период не могу рассчитать. Месяц, два нормально, ну, до трех. То есть, когда я уже точно там 3 месяца деньги трачу, точно. А если мы будем группу лояльных там, теплых этих самых покупателей собирать, да это застрелиться можно. Вот, и мы из-за этого начали с самого начала. Когда мы это наладим, все будет понятно, двинемся на следующий шаг, на более длинный. Денис, тут вопрос, я в Фейсбуке вижу. Давай, все. Дела. По поводу, если новички. Но для новичков в первую очередь этот сервис нужен, потому что у них как раз нет истории продаж, и нужно запустить новый товар. Но вот мы как раз и хотим взять сейчас в первую очередь, у кого уже есть эта история, и с ними стартануть. На самом деле, но, ну, ребят, у кого хотя бы 10 тысяч продали товары. Воспользуйтесь сервисом в первую очередь, именно по запуску. По запуску это понятно. Тут разговор, я точно понимаю, о чем. Человек хочет поучаствовать в проекте в плане именно скинуть свои ключи, скинуть своих покупателей. Просто, ну давайте, чтобы не тратить время ни ваше, ни наше, ну хотя бы у вас должно быть 10 тысяч продаж в общей сложности за весь период. Пускай даже разных товаров, пускай даже вы в убытке работали, но у вас же они были, они же покупали, они же не знают, что вы в убытке работаете. Ваш товар кому-то понравился, его купили. Вот, если у вас хотя бы на десятку есть, это, конечно, очень мало, вот, потому что, ну, реально, по-нормальному в день, в два надо столько, ну, там, в месяц столько продавать. Но это уже какое-то действие, и мы понимаем, что вы лояльны к нам, мы, естественно, всегда будем лояльны к вам. Вот, но меньше просто бессмысленно. С другой стороны, я не знаю, может быть, сейчас 100 человек придет с 5-тысячными оборотами, а 500-тысячный один придет, и мы, в принципе, и так соберем. Я не знаю. Но в любом случае, у кого есть там десятка... Ну, я думаю, что даже если там из 5 тысяч, я думаю, тоже... Хорошо, давайте, будет, ну вот, хотя бы, да. Это тоже, в общем... Да, давайте тогда вот таких просто, у кого там только-только человек начал там, и он сделал 129 раздач, и приходить, ну, бессмысленно, естественно. То есть, когда вы понимаете, что у вас есть органики там, тысячи там, ну, под десятку там, пятерка там хотя бы, но это я говорю, ну, это супер минимум, но неважно. Главное количество. Если у вас мелочевка, то вы там, знаешь, продали уже там, я не знаю, там 500 товаров, там 1000 там у вас человек есть. А если вы продаете холодильники, у вас там 2 человека купили товар, ну, это, конечно, смысл нам сильно не поможет. Вот. Но так, в любом случае, спасибо за активность. Так что рады всем, по большому счету. Сейчас, на данный момент, не до жиру. Вот, потому что будем собирать с мира по нитке. Вот, это будет наш как бы такой толчок, чем он будет более активен, удачный, тем с большим рвением мы будем этим заниматься просто. Потому что там много затратных дел на самом деле и по времени, и по деньгам, потому что придется рекламироваться и так далее в Фейсбуке. То есть хотелось бы иметь хороший фундамент такой сильный. Мне, в принципе, из-за этого я туда и вписался, потому что можно своими аккаунтами в других местах заниматься, да и все. На аутсорс отдать, да и, в принципе, забить на это. Хочется просто саморазвитием заниматься и все-таки не одним Амазоном едино, то есть надо понимать, как торговать и по-другому в интернете, то есть, а потом уже это применять и на Амазоне на самом деле. Да, арбитражников, дроперов однозначно возьмем, конечно. Возьмем всех вообще, да, правильно, Иван. Всех абсолютно. То есть я сейчас на данный момент собираю просто... трафик группы, потом я обращусь, естественно, всех, кого знаю крупных попрошу, чтобы они других крупных там, вот, ну попытаемся, что, по-другому никак.
Просто люди разные, у всех как бы невозможно заставить, там, попросить и так далее. Это здесь на добровольном начале. Давайте вопросы, не стесняемся. Тема-то живая на самом деле. По любым, то есть связанная с продвижением, то есть как использовать, там, я не знаю. Может быть, у кого-то есть умозаключение, наоборот, кто-то, у кого-то есть опыт. У меня просто много знакомых, которые есть опыт Вералинча, Зонбласта. Есть отрицательные, помню, есть положительные, то есть все работают. Какие-то есть там другие сервисы, которые там по-другому работают, может быть. Но там зависит от эти сервисы, там ключевые несколько проблем, с которыми люди сталкиваются. Первое, бюджет запуска через такой сервис далеко не маленький и далеко не ограничивается только размерами стоимости подписки. Второй момент – это то, что выжженная внутри аудитории очень специфическая, и, как правило, это не органический покупатель, а уже высокомотивированный. То есть геометрическая прогрессия часто возникает, джекеры в листинге или там дропперы какие-то клеятся, начинают продавать ваши товары с вашего же листинга. Вот. И самое главное, больше другое, конверсия по большинству товаров тоже очень сильно упала, особенно по массовым товарам, потому что люди не хотят брать купоны многократно. Ну, понятно, товары, в любом случае. Каждый тут... день за купоном будет покупать. А, тут еще вопрос, что делать не пятитысячникам? Да ничего не делать, становиться пятитысячником, да скидывать базу. Да, становиться, на самом деле пользоваться этим сервисом абсолютно нормально, даже с полного нуля. Вопрос здесь в том, чтобы мы быстрее запустили этот сервис эффективно, чтобы мы достучались до людей и смогли привлечь аудиторию, которая начнет эти купоны покупать и работать с ними. Не проделав этот шаг, мы будем чуть-чуть дольше заходить. А так, в принципе... На данный момент, сервис, на да, данный момент сейчас мы заказываем. Да, заказы мы не принимаем ни за деньги, ни за что. То есть здесь дело вообще не в деньгах. Вот, сейчас на данный момент мы собираем базу. Соберем базу сначала в таком виде, потом в Facebook подолбим, поработаем с Facebook, туда денежку потратим, наберем какую-то базу, потом начнем тестировать на своих товарах. Посмотрим, какой будет результат. Будем продолжать собирать эту базу. Будем ее продолжать все то же самое многократно повторять. Потом начнем запускать аккаунты тех людей, которые первостепенно, которые в этом проекте участвуют. Соответственно, с ними поработаем. Ну и так вот постепенно все так и делается. А как по-другому еще? Вот, просто когда это есть выхлоп, есть отдача, потому что я, специфика меня такая, я делаю исключительно то, что нужно мне. Я считаю, что если нужно мне, то... Я потому что реальными продажами занимаюсь, а не воздушными какими-то, замки строю там, какие-то глобальные там бренды выстраиваю. Я просто беру товар, привожу и продаю. Зарабатываю денег, радуюсь. Не зарабатываю, огорчаюсь. И я понимаю, начинаю делать выводы, где я ошибся, чего мне не хватило. Вот, я какие-то вещи анализирую, общаюсь с людьми, выбираю те инструменты, которые мне максимально нужны. Вот, и от этого отталкиваюсь. Вот и все. И, то есть я для себя это делаю сервис исключительно для себя. Как обучением начинал заниматься, исключительно для себя. Чтобы и людей предупреждало. То есть я себе набираю опыт и человеку помогаю. Человек, делюсь с ним знаниями своими, от человека получаю опыт от его товара. Потому что невозможно иметь, особенно на начальном этапе, когда я начинал десятки запусков. Ну, невозможно. Выборы, запуски. Вот. И здесь то же самое. И здесь я понимаю, что мне надо... К чему придет этот сервис, будет видно в будущем. Но вот двигаемся в этом направлении. Я именно свои аккаунты буду загонять туда, чтобы притереть все это и постепенно выстроить уже такой качественный продукт, который можно продавать, естественно, который можно монетизировать. Но опять же, в первую очередь, им пользоваться, чтобы он был максимально эффективен. А максимальная эффективность – это одно. Мы идем на Amazon конкурировать со всем миром. Чтобы победить в конкурентной борьбе, с нашими небольшими деньгами на самом деле, незнанием английского языка у многих, там большое расстояние, незнание менталитета, незнание внешнего трафика, вообще ничего не знаю по большому счету, зная что-то. Нужно иметь сервисы, нужно иметь, кому обратиться, лучшие инструменты или, по крайней мере, на том уровне, который у лучших. Вот, тогда есть шансы нормально работать. Я вот это так воспринимаю и
таким образом в этом направлении двигаюсь, потому что по-другому никак. Так, нам тут скинули вот еще зон джамп. Комментариев там есть под сообщением. Так, Юрий уже хочет запускаться, это, конечно, радует. Если у вас уже есть конкретная потребность, в принципе, Юрий, вы, и вообще у тех, кто там еще, может быть, не написали в комментариях, вы можете все писать вопросы Ане, если есть уже такая потребность в ближайшее время, мы можем уже под вас прорабатывать алгоритмы и просто уже сказать, когда мы действительно можем ввязаться в эту работу. Сейчас на данный момент, да, это первостепенно именно сбор этих, сбор базы покупателей. Вот. У нас нет задачи набрать клиентов на запуск товара, но в любом случае мне постоянно кто-то пишет, мы со всеми общаемся, потому что вот вопрос, Юрий, вы можете помочь с запуском? Цена вопроса. Запуск товара, продвижение товара – это настолько комплексное решение, надо просто понять, что запускать, как запускать, куда запускать, то есть какие цели и задачи. Вот, и, естественно, от этого отталкиваться. Вот, потому что мы в любом случае... Про это мы можем, в принципе, дать общую, как бы, ну, думаю, конкретно... Сервис и консультацию, да, направление, которое нужно сделать. А дальше человек просто для себя посчитает бюджет. Конечно, конечно. Конкретно этот сервис никакого отношения не имеет напрямую, там, только к запуску товара. То есть вот мы берем, и конкретно он там берет и нам продвигает какие-то 2-3 ключа. Нет, это мы как бы консультируем людей, обучаем там и так далее. Естественно, всему этому, и запуску, и в ближайшее время у нас как раз будет презентация нашего курса, то есть мы с этого года запускаем, то есть как бы расскажем там и запуск, и выбор товара, и все вот эти вот вещи. И за это просто позвоните, какие вопросы будут, я подскажу и расскажу, как себе это вижу, какие там есть, какие есть варианты у нас, по крайней мере. Там Дима Тополь пишет по... Потому что тоже из сервисов по раздаче, что там обманывают люди, рассказывают, что они Facebook рекламу используют. Ну, здесь я могу одно сказать. В принципе, таких сервисов, думаю, немало на рынке. Ключевое здесь то, что все, может быть, какими-то своими алгоритмами используют по запуску этих людей. На сегодняшний день самое эффективное – это тот, кто использует активную работу с реальными покупателями. Реальный покупатель можно найти через сервис. Но... Чтобы там больше никто там ничего не рассказывал, по-другому собрать аудиторию будет нереально. Просто смотрите, размещать в Facebook-группах, ну, есть, например, ревьюеры, которые у нас, это не только вот этот сервис, а у нас и есть ребята, я знаю, которые заявляют, что они там по 200, по 300, по 500, помню, даже писали, выкупов, а сами размещают просто в Facebook-группах. Просто есть израильские Facebook-группы, наверное, может, китайские, может, есть, и так далее. Они там просто наши товары размещают. Это факт. Это такие специфические, я не знаю, там сервисы очень слабые и не особо интересны. Не знаю, откуда они там вылезли. Из этих же Facebook групп, скорее всего, они вылезли. Вот. И все, они там размещают. Более дорогой способ это также в Facebook, но таргетировать и платную рекламу. То есть искать реальных покупателей. То есть, там, как вот сейчас я захожу в телефон, и мне там. Я заходил в Adidas там, магазин, мне там Adidas показывал, заходил там еще куда-нибудь, там, я не знаю, Гербес показывает, то есть уже таргетинг идет. Это уже платная реклама, это уже совсем другие затраты. А это такой мелкий бизнес, бегать по группам, вот это раскидывать, может, у них там... Мелкий, муторный бизнес, на самом деле, скрипты. Он самый, в общем-то, неинтересный, потому что здесь самое главное другой момент, там нет... Практически нет реального покупателя. Нету, конечно, в этих группах. Не, ну на самом деле они-то есть. Я раздавал, у меня, вот честно могу сказать. Они есть, тут надо найти ту группу, Саша, которая... Да есть, честно, да не проблема, не проблема. Зайдите ко мне в личку, и найдете нормальные группы. Никаких проблем нет найти нормальные группы. Они уже, наверное, там часть сдохла, потому что я полгода назад шерстил, из 300 оставил 200. Ну что-то такое там, может из 200 100, я уже не помню. Но смысл не в этом. Там есть покупатели, которые приходят. Почему я так говорю? Да потому что у меня ни разу я раздал около там, я не знаю, сотен, несколько сотен товаров в те времена, и ни один человек мне не прицепился в Buybox в те времена. Ни один. То есть ни один хайджекер у меня не купил мой вот этот несчастный товар. Так что там реальные такие же покупатели. Просто это гемор жесткий, это нереальный объем времени, который мы тратим на... Я уже там разбирался, как все это автоматизировать. То есть, ну это все равно очень тяжело. Эти вполне возможно чудаки просто как-то это автоматизировали, полуавтоматизировали. И фигачи также у них базу этих
групп набрали и распространяют. Это не наш случай, нам это не интересно, хочется действительно нормально этим заниматься профессионально. Это все любительство. Так, какие еще вопросы? Ну, в принципе, я думаю, все понятно, по большому счету. Значит, повторимся. Нам от вас требуется отчет. Как отчет сделать, есть в... Я могу еще раз показать. То есть заходим. Ссылочка. Потому что Сергей не работает, не генерирует отчет. Там надо просто разобраться и посмотреть. Может быть, неправильно периоды выставили. Да, да, вы смотрите даты. Первую, значит, галочку ставим сюда. Заходим сюда. Дата у нас Денис, сегодня... Денис, мы тебя не видим экран, ты расшарик. Сейчас, секундочку, извиняюсь. Так, захожу. Шарскрин. Все видно? Да, видно. Ну вот, то есть ссылочка на AMSA Control, вот он, RU Export. То есть заходим вот сюда в экспорт. Все, дата у нас, соответственно, сегодняшнее выбираем число. Последний пункт, выгрузить клиента для индивидуального. Да, это именно для Амазона. Переходим по датам. Там любую дату выставляем, там 16-го года вам. Я, кстати, вот в это время, 1 июля 16-го года, начал только торговать с этого аккаунта. Жмем. Нажимаем применить и все. И отчет, в принципе, в CSV формате выкачивается. Мне все норм. Кстати, это... Сразу здесь поясню, здесь отчет дает только, еще раз, не закрой этот самый файл. Я его потерял, сейчас еще раз раскачаю. Не закрывай его сейчас. Вы были все спокойны, там ничего такого ценного для, там, по вашим товарам, аккаунт абсолютно нет. Так, здесь мне есть... надо, мне сказали, здесь надо индекс, данные. Город, страна, все. Так, надо здесь выстроить, что там данные по столбику. Нет, это я уже потом, это мы все это уже... Текст столбцами. Уже не принципиально. Далее. Запятая. Запятая. Далее. Чтобы он разбил по колонкам, и все, и готово. Сейчас готов, ставлю, все? Да. Все, вот ту информацию, которая выйдет в этом. Вот... Такое количество, это вот с одного моего аккаунта, то есть вот, что мы вот сейчас выгрузим, я Саше дал. То есть с чем он будет работать? Ну, порядка 10 тысяч там заказов. Ну вот. В этом аккаунте. Ну, тут я даже не знаю, что такое Арон какой-то. Это имя и фамилия человека, потом идет индекс, страна. То есть, короче, у меня вот этот Арон так много всего купил, да? Да, город, и все. То есть вот этот Арон у меня много купил, получается, да? Не-не, это просто разные Ароны. Ну где ж один и тот же? У тебя куча разных Аронов. Да я вижу, я... Ну ладно, еще, короче. Кстати, я сразу скажу, что это уникальные покупатели. Если он несколько раз покупал, то он, соответственно, один раз высвечивается. Прикольно. Вот, такая вот информация. Так что, думаю, будет весело. В этом году вообще много планов интересных. То есть мы повышаем качественный уровень всего этого дела и обучение, и образование, и запусков товара. То есть развиваемся, 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 потому что тема классная, интересная и, соответственно, чтобы быть еще более продвинутыми, надо все это знать и уметь. Не разговаривать об этом, а именно делать просто. Потому что тяжело начинать всегда с нуля практически. Вот, но если есть идея, есть понимание, как ее воплотить в жизнь, я не вижу никаких сложностей. В принципе, я на сегодня закончил. Если никаких вопросов нет, Саш, тогда что тебе там есть сказать? И... Ну, самое главное, я, в принципе, сказал, то здесь уже больше, наверное, будут вопросы от людей, как они поняли и обратную связь им дать. Но на самом деле, всем просто обращаю внимание. Это новый сервис, который, ну, в принципе, в этом направлении сейчас идет проработка сервиса. Вы в ближайшее время будете видеть в той или иной ипостаси подобные сервисы. Хороший вопрос. Для каких территорий будет доступен ваш сервис, только США или, например, абсолютно в Канаде? Любая страна. Да, мы просто наберем, кстати, да, ребят, кто откуда, напишите просто, когда комментарии там по людям. Ну, с другой стороны, там адреса будут, по большому счету. Нет, там
просто если мы работаем с инструментом Facebook, мы можем просто построить похожую аудиторию, покупателей по Америке, только на эту страну. Да, Саш, короче, будет... разберется, пускай там разбирается, нам да. голос. Я вот Конкурс. Честно могу сказать, да, у меня уже мозг лопается от всех. Лишние знания, они тоже не всегда полезны. Вот, должен быть какой-то предел, я думаю, то есть надо развиваться постепенно. Периодически мозг ломается, так, значит, я... Контакт вот Аня, если кто не знает таблицу инструментов, я, в принципе, сейчас еще сюда закину шапку видоса. Кто будет в YouTube смотреть, постараюсь не забыть туда в описании засунуть. Так. Да, контакты Ани, и здесь в этом посте, где будет сохранено в группе Facebook, еще раз продублирую, пожалуйста, контакты Ани. Да, сейчас я... Чтобы он интерактивный был. Да, подзависать немножко. Чего не хочет? Не хочет. Ну ладно, в любом случае я там. Кстати, этот сервис для людей, у которых товары будет очень интересен достаточно частого потребления. Например, это вот чай или подобного плана, или там кто-то памперсы раздает, то подобного плана сервисы очень удачные. Они позволяют делать так называемый маркетинговый сервис, называется сэмплинг. С помощью таких вот купонов можно выходить на аудиторию, правильно ее стратегировать. Но это, говорю, это следующий уровень. Сейчас на начальном этапе мы решаем элементы. Сервис имеет очень мощный потенциал дальнейшего развития. Да, мы из-за этого туда идем. Мы с тобой очень долго, мы, наверное, полгода об этом там жуем. Вот, из-за этого сейчас мы переходим на практическую уже это. То есть мы думали, с чего начать. То есть как его максимально эффективно начать с минимальными затратами. Потому что все это деньги, все это время, а время – деньги, опять же. То есть все упирается в это. Вот. Из-за этого, как бы, думаю, решим эти вопросы, все остальные технические. Все, вся информация есть, все в шапке над этим лайвом. Думаю, какие вопросы были, вроде все ответили. Если что, там напишите Ане, напишите мне. Или под этим постом Саша отпишется. Какие вопросы будут, кстати, останутся, напишите, кто там в записи будет смотреть и так далее. Саша отпишет вам, я думаю. В принципе, тогда все, я думаю, на сегодня достаточно. Да, всем спасибо большое за участие. Всем спасибо, всем пока, удачи. До следующих встреч. В четверг у нас, не помню, что будет, ну, анонс напишу, по-моему, по PPC Тулсу. Ну, не могу точно сказать. Забыл. Всем все, пока.